Нахуй, открыли дроп на существующий. Ну что, ребят, здравствуйте, всех приветствую, мы продолжаем проходить Star Wars Battlefront 2. Скажите, почему продолжаем, потому что мы все прошли со мной, да? Прошли, но мы с вами проходим что? Правильно, DLC Возрождение, собственно, да. Поэтому, кстати, подобное, давайте пройдите, обязательно пройдем посетить ту кушать, прям чипитиков 5 или 50 вдоль при одного просмотра. А мы, собственно, начинаем. Вот, возрождение есть у нас с вами. Власть, власть первого ордена растет, и история Иден Версио продолжается. Командир отряда Инферно вновь нужна галактике. Ну, посмотрим, что здесь у нас с вами. Ну, посмотрим, что у нас здесь с тобой. Боец, следователь. Давай, боец. Посмотрим. О, нихуя, она вот такая старая будет. Он такая старая будет? Нихуя себе. Жестко заспойлерили. Нихуя себе, просто спойлеры вначале вкинули. Нормально. Охуенно делать, ребята. Охуенно. You know how I can find it. Show me where the old man took it. Мы это видели. I have what I came for. You traded in your weapon. For what? Ну и давайте посмотрим, это то, что было в прошлой серии. You know, Aiden may have betrayed me, but you let me down! Ask. Don't go after her. It's your батя. Either one, батя, either. It won't end well for you. Тут, да, похоже, как будто бы они, хуй знает, как будто похожи. Make sure you bury Delmico and his crew. Может, кажется, может, кажется. But leave the Corvus alone. You know what will lead her back here. I'm planning on it. Скопление комет Киара, система Хартага. Зэ, когда я сказала, что не против подрываться, я не это имел в виду. Все будет в порядке, мам. Вот слышишь, как старбабка. О, ты мама. Что, блять, у нее есть дочь? Старбабка сейчас преподаст тебе пару уроков пилотирования, стремится типа X и техник безопасности. Я сейчас сообщение с Корвуса. Но твой отец должен вернуться лишь через пару дней. Иден, это шериф. Блять, я координат, нам надо встретиться. Скоро будем. Ну вот она постарела, прикинь, Марина постарела. Но у нее дочь появилась, дочь. Жестко. Илио, система Джината. Да, Шриф, я скучал по твоей физиономии. Взаимно, Зэй.
Все в порядке? Где мама? Ищу мужа. Рад тебя видеть, шериф. Где Дел? Сопротивление получило мне проверить слухи в семье жената. Какой-то проект возрождения. Исчезают люди, и генерал Органа считает, что это дело рук Первого Ордена. Когда сканеры засекли Корвус на Пелио, я, мягко говоря, удивился. Удалось что-нибудь выяснить? Ничего. На корабле никого нет, с планеты вывезли все ценные ресурсы. Я все смотрел, но... никаких следов Дела. Вот что я обнаружил в бортовом журнале корабля. На Пелио Дел прилетел с Атулы. Это планета на окраине системы. Местные должны быть в курсе, что случилось с Атулы. Надеюсь, пока это наша единственная зацепка. Шриф, курс на Атулу. Есть, мэм. Ребятина, конечно, вода постарела. Жестко. У нее дочь появилась. У них, точнее, дочь появилась. Значит, все-таки от того самого, да? Ну, понятно, понятно. Ну, хорош, хорош. Атула, гражданский сектор, да? Корвус, вы вернулись. Нашли кого-нибудь на Пелио? Вы не Дел. Дела тут нет. Дел Секьюрити уже похитил столько семьи. Нам срочно нужно... Кто-то глушит сигнал. Ага. Это корабль Джената Секьюрити. Солдаты Глеб. Что происходит? Что происходит у нас с гостем? Шриф, опыт больше пригодится на мостике. Зей. Я знаю, ты иди в пизду своими диалогами, блядь. Можно помедленнее разговаривать, пожалуйста? Или хотя бы оставлять? Вот Лайн сказал, что Джин Сек похищали целые семьи. Думаю, они вернулись за новыми рабами. Блять. Ой, красиво, красиво, да, делаем. Лима Кай, кто это, блядь, вообще? Ионный импульс. Внутри ремонт, нахуй, парный. О, нихуя. I can dodge asteroids or I can dodge lasers. I can't do both. I'm picking up starfighters and transports. What should I focus on? Ну где это? Ёпта. Где? Где? Долбоёб, сейчас тебе пизда, ты в курсе? А хуй ты не замедлился, блядь? А, вот, замедлился, смотри. Бать, чего вас так много-то? Ребятки, так вообще-то не пойдет дело, вы в курсе? Давай. Ух, ебать вас тут, ребята, а чего вас так дохуя-то здесь? Подожди, блядь. О, блядь, нихуя! Не в этого нет, вот в этого. Ну и отсосал нахуй, ебан. Ебать, ты кто? Watch their fire. Zay, on me. Let's take down those transports.
Охуенно, чё, просто меня протаранил, блядь. Нормально. Ну ладно. Ну ладно. Are those transports attacking us? Weaponized carriers are the only way to go anymore. Watch their fire. Zay, on me. Let's take down those transports. Что за хуйня-то, блядь? Так, ой, блядь, тихо, мальчик. Пососал долбоебик, смотри. You know, taking up my ships won't stop our operation. You mean Project Resurrection? That's Glenn's name for it. А, то есть долбоебы еще, смотри, вон, блядь. I need those! Quit it!
have you two surrender. Glenn doesn't pay me to surrender. She pays me to get the job done. And that's what I'm gonna do. Fight! Lima Kai is headed your way in an N1 Starfighter. Highly modified. And he's got heavy Starfighters backing him up. I'll distract Lima Kai. You take out his wingmen. Dave, wait! Too late. One down. Now let's see about your friend. Блядь, ты что, блядь, мать? Ебанулась, что совсем, блядь? I can keep his attention, but not forever. You got this. Just stay focused. Are you done with this friend yet? I'm working on it. Wingmen are down. Zane, I'm on my way. I'm hit. Tell me you're okay. I'm fine, but look out. Lima Kai's circling back for you. Okay, I'll take care of him. You just get back to safety on the Corvus. Yes, ma'am. Have you even seen Athula? The planet is a nightmare. I don't know where Glenn sends these kids, but I guarantee she's doing them a favor. Oh, then what did I do? This one's got your name on it. Use your ion pulse. Good thinking. That should deactivate the bombs before they explode. Watch out back there. Cut it out. Маш, ну ты пиздата в курсе? Ну, чуть-чуть вам попало. Да ебать ты заебал! Мальчик, ты чё, блядь, не охуел ли там, слышь? Okay, enough already. You know, I only took this job because it was supposed to be easy. Steady pay, hot food, a minimum number of people trying to stab me in the back. And this left... Oh, come on! Got him. Долбоёб, блядь. Знаю, это как бы сказать, все такое, но я, правда, не видел того парня. Я отправляюсь за фрегатом. Там, подожди. Все кончено, возможно, только что сдалась. Что? Стоит разделаться с их лидерами, они сразу же сдаются? Ну, возможно, я сказал, что мы готовимся выпустить в них все наши ударные ракеты. Эй, ты же знаешь, на Корвус никогда не было ракет. Ну, они-то этого не знают. Нет, не знают. Наша работа, солдат. Это еще не все. Они обо всем рассказали. Глеб подобрала Делла, когда они наткнулись. Иди нахуй, Зендаба, ебаный ты, блядь! Ты не поверишь. Нахуй, да, не поверю, что, блядь, ее уличные диалоги, блядь. Нахуй так бы запиздите. Можете чуть помедленнее, пожалуйста? Или хотя бы ставьте субтитры, пожалуйста, прошу вас, блядь. Штаб Джината Секьюрити.
Aiden, why'd you ask Zay to stay on the Corvus? She did great over Athula. We could really use her down here. Gleb is part of my life I'd like to forget. It's one thing for Zay to know about my past, it's another for her to stare it in the face. Fair enough. Вас нет. Ну погнали, чё, вы знали, чё это, блядь, муха ебаная, муха. Ладно, прошу прощения, прости, пожалуйста. Хотя бы снег идет, здорово, да? Это не снег, это пепел, оставшийся после операции Зола. Все, что осталось от того, от города, погибшего десятилетиями назад. Знаешь, я, пожалуй, помолчу. А можно быстрее шевелиться, пожалуйста, ну. Иден, смотри. Что это за свет? Это Первый Орден. Больше некому, что они натворили. Пойдем, вчера мы найдем Глеб и узнаем, что случилось с делом. Потом ты вернешься к сопротивлению, что-то там. Иди нахуй, с своими ебаными диалогами. Роды ебал, бля! Ну реально, они, блядь, заебали так быстро пиздец. Ну еб... Ох, ебать. Охуенный нахуй. Так, подожди, блядь. Для начала нахуй, ёпта, вот так мы сделаем с тобой. Да, блядь. Ну охуенно, что-то, блядь, придумала, мать. Ну, здесь, ладно, давай вот это посмотрим, как это работает, в принципе, да? И я думаю... Хотя, давай попробуем с этим поиграть. Да. О, нихуя. Попизже будет. Хуя тут, блядь. Не, ну, блядь, тишина. Хоть с этим надо играть. Ну, let's go, чё. Let's go. А что за звук, как будто, блядь, у него вода там трясется. Так, ну давай, заходим. Это Глеб. Это была Глеб. Аск. Бросайте оружие. Протекторат перестал быть полезным для проекта возрождения Первого Ордена. Протектор Возрождения. Проект Возрождения. Протектор, блядь, а? Похищение детей. Спасение. Создание из них армии какой-то галактика еще не видела. Сенат этого не потерпит. Сенат, как и вся система Хосниан, теперь лишь пепел. Красные огни в небе. Красиво, правда? Республика десятилетиями бездействовала. Теперь, тем временем, теперь, блядь, мы готовились теперь, блядь, к этому дню. Видишь ли, Иден, надеюсь, ты оценишь, что сегодня, именно сегодня, я решил побыть здесь с тобой. Там, где ты лишил меня всего, до нашего отряда семьи. И я так долго ждал возможности вернуть должок. Сначала Дел. Да, а теперь... А теперь... Твоя дочь. Нет, Хаск. Нет. Выясните, что им известно. Сопротивление, а затем чё, осуждаю, блядь. Я когда-нибудь жил в твоей галактике, Иден, теперь твоя очередь пожить моей.
Здорово, еб, салам алейкум, нахуй. О, блядь. На, нахуй. Пососай хуй, блядь. Да, чисто ботики реально какие-то. Пошли! Джейсек сражается с первым орденом. Он защищает что-то там. О, идите нахуй, все, пошли в пизду, блядь. 500 хп ко мне. Опа, опа, опа. О, ебать, сюда. Добрый вечер, блядь. О, блядь. Охуенно попал, блядь. Подожди, нахуй. Можно быстрее, пожалуйста? Бам, ёпта. Идите нахуй тогда, чё. Вот ебать. Походу, а где оружие? А это что? А это что такое? Не, можно обратно вернуть, пожалуйста? Мне не нужно это, конечно. Спасибо. Ох, ну шо, ебланы, let's go. Да, блядь, что мне идти? О, блядь, кто нахуй? А, это он там долбоёбы, да? Погнали к ним, погнали, погнали, погнали. Бля, мальчик, ты понял, что это бот нахуй? Смотри. Ты совсем еблан или что, блядь? Да, нахуй, трэш, конечно, трэш, это трэш. У-у, сюда, нахуй. Папочке такое надо. И мне похуй будет, я вот сюда устанавливаешься, и мне поебать. Все, блядь. Добрый вечер, нахуй. Сейчас, сейчас, секунду. Слайс this. Чувствую я, что здесь нужно будет сейчас жесткая тема.
Попробуем, посмотрим, что это такое. Ну и хуйня. Как будто бы. А вот это? Это, наверное, такая ту-ту-ту, да? Такая хуйня. О, ебать. Ну вот это хуйня, тема снайпа. Хорошо, вот это что такое у нас? А что, что из них лучше, вот это или вон та? Ну, тут получше, как будто бы, да? Ну, вот с этой поиграем. Найдите сигнал на вас, пацаны маяков. Ага. О, блядь, ты что тут забыл, нахуй, алло? Не понял, блядь. Попробуем с ней поиграть в холле. А, нам туда аж. Да, вот такой не слезем. Не, ну я ничего не могу сказать по этому поводу. Блять, а можно? А, похуй, поехали.
We take them out, every last one of them. Поехали. Empty. I'm sorry. No, don't be. She is out there somewhere. We just have to find her. Ну, с Гоучо. We need to secure the area before we open the escape pod. Good idea. Can't risk Zay getting hurt. Ну это прикольные штуки, их хуярить. Штука прикольненькая играть. Все, выходим, выходим, выходи, выходи, выходи. Здорово, хуйня, здорово. You go ahead.
Никого больше нету. Куда они все идут? Блять. О, интересно. Zay isn't here. Don't worry. Zay is smart. She's strong. We'll find her. Куда идти-то? There's a third signal. That must be Zay. She's alive, Shrimp. And she's alone. Follow that beacon. Смогу, 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 смогу. Смогу, смогу, смогу. Ой, блядь, ребята, а чего вас тут тогда хуя-то? Поехали. That's better. No. The beacon is close. She must have ripped it out and ran to safety. Ладно, пошутил. Ребята, давайте по-другому. Попляшем. Didn't mean that. Zay. She's made a sniper's nest. Smart girl. Yeah. We can get to Let's her. Go, нахуй. And I see a lot of equipment nearby to help her out. Иди нахуй, мальчик. Ой, блядь, 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 блядь. Тихо. А все, меня нельзя трогать, блядь. Так, ну это хорошая тема, но, блядь, проще щит. Щит попизже будет, как будто бы, да? Сделаем его вот так с тобой. Нет, хуйня, блядь. Понял. F2. Ну что? Ты
Shields up! Добрый вечер, ребята! Ой-ой-ой, чё так больно-то? Чего, блядь? Кого? Чё, блядь? Чего, блядь? Ладно, берём тогда вот эту хуйню. Ладно. Так, а здесь что у нас? Защитный, жилет. О, кстати, защитный жилет. Попробуем вот так с тобой. We can get to her. And I see a lot of equipment nearby to help her out. Let's grab some gear and get to your girl. Не успею добраться, хорошо, я понял. We can get to her. And I see a lot of equipment nearby to help her out. Let's grab some gear and get to your girl. One man won't change. Ждабельсон, скажи, что прошел эту залупу. If I'd been willing to. Если бы я вступил в бой, ты приснил сопротивление. Что, Хаска? Он готовился к этому многие годы. None of this is your fault. Ни в чем не виновата. Еще не поздно все исправить. Проявление примет любую помощь. Возможно, если узнаем, что способен первый Один, то, что у сопротивления появится шанс. Хорошо. Ладно. Нам все нужно попасть на корабль. Эй, Шриф. Есть неудачная идея? Добро пожаловать в сопротивление. И что теперь? Слава, я знаю, что вы наши сильно понимаете строящие. Вот. Давайте об этом оставим с вами на следующую серию. Спасибо за просмотр, такая серия была. Подписывайтесь на канал, ставь лайк, это не сложно мне придать. Спасибо заранее, кто это делает. Поддержка ваша мне. Для меня это очень, очень ценно. Спасибо заранее, кто это делает. И продвижение канала, в принципе. Вот. Чем больше продвигается канал, тем чаще будет выходить какой-то разнообразный контент. Вот. Спасибо за просмотр еще раз. Увидимся в следующих сериях. Кстати, ты на твоих экранах телеграм-канал, там уведомления в видео бывают, да? Чтобы ты знал первым, либо одним из первых, когда вышло видео, да, было просто удобнее. И иногда бывают инсайды моей жизни, там, моей жизни, как, кроме вот этих видосов и тому подобное, да. Если интересно, подписывайся, мне тоже будет очень приятно, спасибо, что никто не делает. В принципе, все, спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.